Дзień гнева настанет. Недавно во Франции, знаете, там парламент утвердил закон на пол брака. И мы разбирали в церкви с братьями и сестрами, говорили, как раз кто-то вспомнил об этом. И такое возмущение, вот Бог должен наказать, должен излиться Божий гнев. Ну, накапливается эта чаша гнева, потом изольется, мы не знаем в каком виде, может быть, как при Содоме и Гоморе, но что-то изольется. Но дадим немножко Евангелия. Никогда не надо...